Работать. Работай, я тиран. Пошла мусор выносить. Давай. Ты что базаришь? Так, а, ну-ка, дикая тирания. Пошла выносить мусор. Что ж, все уговоры наши с вами не повлияли на мою жену. Она делаю хочет... так, как хочу. Она все-таки решила задрать верхнюю губу. И нижнюю опустить до колена. Я тогда тебя вообще нафиг брошу сразу. Дорогие мои подписчицы, жена моя сказала, что вы это специально не хотите, чтобы она была красивая, вы за меня, а губа ей крайне необходима. Ля-ля, я все. Девчонки, мой муж вообще ничего не понимает. Я хочу просто немножечко подкорректировать свою форму, потому что у меня присутствует небольшая симметрия. Бля, что, гонит, что ли? Я не могу понять, какая симметрия. Ты меня любишь, поэтому ты не видишь. Ну, а я все-таки решил тогда себе тоже посмотрел сегодня в зеркало. У меня на шляпе тоже присутствует небольшая симметрия. И я решил тоже пойти, так сказать, и сделать небольшую коррекцию. Короче, пойдем вместе. Я тебя поддержу. Я тебе... Вот, и я себе на шляпе наращу губу. То есть, чтобы был такой небольшой сюрприз. У меня будет красивая асимметричная губа на члене. Смотрите сторис, буду показывать операцию в прямом эфире, как мне пришивают. Ну и напоследок решили снять вам комаровую порнуху. Вот так вот занимаются любовью комары у нас на заборе. Это дикая комаровая порнуха, сука, меня кто-то грызет. Ну хорошо, хоть не трахают. Ай! Сука, ладно, валим.